Ученые раскрыли секрет самого странного открытия в Антарктиде. Загадочный шар, обнаруженный совсем недавно, брат-близнец египетской пирамиды. Необычайные космические артефакты в сегодняшней статье. Вот такой предмет, похожий на яйцо, на мяч. И решили, что это все-таки яйцо превышает 50 миллионов лет. Принадлежало оно, наверное, морской рептилии мозазавр. Один из самых крупных доисторических монстров. Дальше обнаружили вот такой шар в 60 километрах от берега. Диаметр шара составляет порядка 37 метров. Вот такая пирамида нашли. И в 1910-1913 годами геодезисты обнаружили первую в Антарктиде пирамиду, которую они впоследствии использовали в качестве ориентира для составления карт. Ну, я не буду все зачитывать, дам. Ссылочку. Тут вот еще говорится, что в 2018 году в сети появился снимок, на котором, как считается, изображено место крушения НЛО. Кажется, словно неопознанный объект застрял в снегу, оставив за собой след, возможно, тормозной путь. Снимок вызвал яркие споры в сети. Вот такой вот снимочек. Потом посмотрите. Вот я дам ссылку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и будете узнавать о интересных событиях в нашей стране и во всем мире.